Vlad Filat ar fi promis lui Ilan Șor să îl scutească de orice problemă din partea șefului guvernului și l-a atenționat că situația din țară se agravează, o spune chiar liderul formațiunii partidului nostru, Renato Usatăi. Acesta a făcut publică și înregistrarea unei convorbiri telefonice despre care afirmă că ar fi avut loc între șeful PLDM și primarul de Orhei în data de 13 octombrie. Precizăm că autenticitatea înregistrării nu a fost confirmată. Давай по телефону, я два момента тебе расскажу. Угу. Первый, со стрельцом я понял проблемы, и какие есть, это я лоперу на себя. Ты возмущайся и не прыгай, как мячик. Запросил. Politicianul dă de înțeles că situația este foarte instabilă și că ar prefera să plece pentru câteva zile. Я думаю, даже этот не может контролировать сильно. Я не могу ничего делать, у меня такая ситуация. Я бы, если честно, тоже уехал на пару дней, или пока здесь не успокоится. Я тебе клянусь, вот у меня никогда в жизни такого не было. Непонятки полной, что будет завтра, что будет послезавтра. Ну да, чувствуется, согласен. Într-o altă interceptare făcută publică de Usatăi, datată cu începutul lunii octombrie, Filat pare să ceară voalat bani de la Ilan Șor. Despre bani, cei doi au discutat și la sfârșitul lunii septembrie. У вас карточка банка сначала? Да. Ваше, на ваше имя. На ней 17 тысяч евро осталось. Ну. Сейчас все снимают оттуда деньги, потому что непонятно, что будет дальше. Я поэтому позвонил вас спросить, снимать или не снимать. Вы сказали снимать, я уже дал команду и сниму там с утра, я вам передадим. Хорошо. Interlocutorii au vorbit și despre o posibilă implicare a lui Ilan Șor în politică. Omul de afaceri a cerut de la fostul premier sfaturi privind crearea unui partid politic. Один вопрос. Я по партии готов, значит, там движение встречаться. Вы с этими будете говорить? Ну, не будете надо. Им говорить? Тебе не надо ни с кем говорить. Тут ни с кем не разговаривай. Ты созывай, кстати, съезд. И это будет сюрприз.